лайнере Коста Люминоза. Чебуреки принесли. Ну, может быть, как-то оно иначе называется. А, вот эти я увидел минуту назад. В общем, здесь кормят прямо у бассейна и джакузи. Отплываем из Катора. Движемся в сторону Венеции. Завтра утром, 5 августа 2017 года, мы уже будем в Венеции. Я путешествую с семьей благодаря Incruises. Это американский круизный клуб. Что добавляйте, друзья, задавайте вопросы, как втроем отдыхать 7 дней всего лишь за $996. Где-то здорово? Не медлите. И тогда все это будет в вашем распоряжении. А в принципе, можно даже за $295 все это удовольствие иметь. Пропустил девушку. Вот. А здесь ресторанов, баров, кафе, ну, множество. Это 9-я палуба. Ужинать можете на 2-м этаже, ну, мне понравилось. Сухое там. Также посещаем театр. В общем, все включено. Понятно, некоторые напитки есть, которые мы можем брать за дополнительную плату. Рассчитываемся уже Коста-картой, на которую положили денег или привязали к своей гривне или рублевой карте. И все отлично. В общем, ссылочка под для регистрации под видео. Мой Skype, Viber, WhatsApp. Все добавляйте, и мы будем отдыхать вот так великолепно. И строить международный бизнес. Сколько вы желаете зарабатывать? В месяц, в год? Напишите, пожалуйста, под видео. Сколько вы хотите зарабатывать? Добавляйте меня в Skype, и мы спланируем наши совместные действия. Естественно, я вам помогу в вашем успехе. Я в этом тоже заинтересован. Компания Incruises меня тоже в этом должна поддержать. Очень здорово. Слушайте, все великолепно. Я очень рад, что познакомился с Майклом Тачесом. Роман Дрыга, Ирина Аронец, Наталья Колесникова. Всем им большой привет и спасибо. Пока.